Друзья, всем добрый день, всем добрый час, дорогие друзья, и солнечная страна, и стерсы, всем большой привет, и город Алания приветствует вас. Так что, друзья, сегодня у нас с вами будет одна красивая, шикарная квартира, 2+1, 110 квадратный метр возле Средиземного моря. Друзья, отсюда буквально 200 метров. Недалеко. Так что, друзья, вот такая у нас здесь жизнь. Люди наслаждаются, загорают, кто-то купается, кто-то все кушают, отдыхают. Вот такая в данный момент в Алании жизнь, друзья. Так что, если вы тоже мечтаете жить возле Средиземного моря, друзья, если вы уже не были здесь, мы готовы вам помочь, чтобы в своей жизни хорошую сторону менять, друзья. Потому что Средиземное море, природа, чистая экология – это уже не люкс, это уже нужно, друзья. Особенно в такое время это уже нужно, друзья. Так что, поэтому, друзья, я всегда говорю, живем один раз, надо о себе тоже думать, правда, друзья? Поэтому для здоровья, что нужно, все надо делать. Особенно я вам говорил, сейчас такое время чистой экологии, натуральной, свежей, овощи, фрукты. И вот эта природа вам нужна, это город Алания, друзья. Так что большинство людей сейчас покупают, друзья, недвижимость онлайн. Как это происходит, если вам интересно, можем через WhatsApp вам это объяснить, рассказывать. Если вы не сможете приехать и пока покупать, онлайн можно купить, друзья. Так что у нас большинство людей, особенно из Украины, из России, из Казахстана покупают очень много людей онлайн, друзья. Так что для этого вам нужно только к нам обращаться, более подробной информации мы вам расскажем. Так что действительно цена дорожает недвижимость. Почему люди онлайн покупают? Чтобы не дорожал их цена, именно их цена. Сейчас недвижимость дорожает. Я просто анализировал, посмотрел, потому что много людей теперь не хотят отеле жить, хотят у себя дома жить, чтобы наслаждаться именно себе, хотят чувствовать люди у себя дома, друзья, возле Средиземного моря. Как раз сейчас такая одна квартира есть здесь, отсюда буквально 200 метров, друзья. Давайте теперь поедем, посмотрим более близко. Итак, друзья, теперь мы с вами приехали в тот квартира, который 110 квадратный метр на втором этаже. Продается, как видите, так продается, друзья, с мебелью, с бытовой техникой, новая квартира. Район оба, где центральный часть, где есть торговый центр, метро, Кочташ, Тахтакале, друзья, и мэр город, государственная больница, все, вот это городская инфраструктура в этом районе, друзья. Поэтому море тоже недалеко, где мы с вами были, буквально 200 метров отсюда, и потолки очень высокие, огромный большой зал вместе с кухней, друзья. Итак, вытяжка, вот эта духовка, вот это все новое, абсолютно все новое, и вот эта посудомоечная машина, все выходит, стоимость, друзья, огромная, большая квартира, 110 квадратный метр, и, конечно, еще холодильник совсем новый, как-то новый, хочется потрогать, очень приятно, вот это все новое, друзья. Итак, мне очень понравилось, что планировка, как будто это отдельная кухня, здесь немножко вот такое место есть, вы можете здесь еще столик, может, поставить. Достаточно большая. Давайте начнем отсюда, друзья. Вот зал прямой через коридор. Вот мы здесь перешли с вами. Перехожий. Вот это перехожий с правой стороны. Вот такой шкаф есть. И с левой стороны домофон. Все пакетом. Даже уже пакет есть. Все новый. Потому что и с правой стороны сразу
такой родительский комната, большая кровать и большой шкаф, достаточно большой, друзья, такой чистый, ухоженный, лишний, ничего нет, друзья, все есть, вот это наволочки, вот это текстиль, турецкий текстиль, все есть, и кондиционер тоже есть, потолки мне очень понравились, потому что высокие, друзья, здесь есть родительский санузел, достаточно большой, такой светлая квартира, и для горячей воды бойлер есть, бойлер, да, по-русски это, насколько я знаю, и здесь душевая кабина так-то, так что все есть, здесь еще маленький балкон есть французский, и мы с вами будем еще посмотреть главный большой балкон, друзья, давайте еще идем дальше посмотреть, здесь есть вот такой детская комната, два отдельных кровати, симпатичный, такой хороший, большая комната в самом деле, друзья, и все, вот это турецкий текстиль, вот это все, шкаф, как видите, она так продается, очень уютно, домашняя атмосфера, здесь есть еще кондиционер, давайте еще мы с вами идем, здесь есть общий санузел и стиральная машина тоже там есть. Итак, друзья, вот 2+1, 110 квадратный метр район, оба очень хорошо, место расположения, тихо, спокойное место, еще море недалеко отсюда, друзья, все близко. Еще обратите внимание, друзья, качество тоже очень хорошо. Так, это действительно хороший вариант для района оба, кому интересный район оба. Каждый понедельник и четверг здесь рядом еще базар, турецкие, аланские овощи, фрукты продаются. И как ваш вид, как есть так, потому что соседи здесь, сад есть, напротив тоже сад. Ваш вид никак-то не закроется, впереди какой-то дом не будет, море отсюда 200 метров недалеко, балкон достаточно большой, друзья, вот такой квадратный большой балкон, можно даже засветлить, если вам это нужно, получается еще одна комната, друзья, так что мы с вами смотрели, где мы с вами были, друзья, город Аланья, район Оба, и с мебелью, с бытовой техникой продаются. На втором этаже 110 квадратный метр, инфраструктура практически нету, друзья, бассейн нету, только барбекю есть, сад есть, и место велосипед есть, как-то море рядом, если честно, бассейн тоже не нужно, друзья, море совсем близко отсюда, вы оба, море, пляж, все порядок, все чистый, ухожен на самом деле, друзья, так что теперь остается что? Озвучить цена 95 000 евро, друзья, 95 000 евро, если вам интересно, мы готовы с вами онлайн показывать через Viber, WhatsApp и Telegram, либо если это предложение вам не нравится что-то, то если дорого думаете, если район оба не хотите, вы можете заходить на нашем сайте arbatoms.ru, оттуда тоже можете получить более подробную информацию и для любой кошелек турецкий недвижимость. Всем удачи, друзья, берегите себя, пока-пока.